Невозможно поверить, что их всего 12, услышав ее голос. На ваших экранах Амина Асгатова. У нее очень красивый подход к сценическому образу. Это очень важно для артиста — выглядеть роскошно, интересно, красиво и привлекательно, конечно. Когда она вышла на сцену, я уже поняла, что сейчас будет красивый концерт. Она поет очень правильно, интонационно, попадает в ноты, и у нее есть голос. И чувствуется, что она внутренне не зажата. У нее очень большое будущее. Очень хотелось бы, чтобы детскую непосредственность, которой она обладает, она не теряла, потому что сейчас в полуфиналах ведь совсем другая задача. Нужно почувствовать, ну, я не знаю, тренды, нет, или самому их создавать, для того, чтобы попасть в сердца зрителей. В полуфинале мой номер будет 100% правильным, великолепным. Думаю, что всем понравится. Я учла все свои ошибки, которые были на первом туре. Это будет великолепно и шикарно. У меня будет новый образ. Я готовилась на это очень долго, очень много. Вы скоро увидите эту прелесть. Я мечтаю стать знаменитым, как и Димаш Кудайбергенов. Его знает весь мир, но он такой простой. Я один раз его видела, я прямо была в шоке. У меня чуть сердце не остановилось. Мечтаю стать певицей. Хочу везде путешествовать со своей семьей. Больше ничего. Очень круто то, что я сейчас в полуфинале в конкурсе Central Asia's Got Talent. Это для меня большая победа. Это для меня большой опыт. Это мой звездный час, где меня будут показывать везде. К полуфиналу я готовилась очень много. Занималась в день очень много. Это будет шикарный номер. Я, конечно, это все вы увидите скоро. И увидите мой труд. Асгатова Амина, желаем тебе удачи, успехов на Азия Таланте. Вот, мы очень гордимся тобой, очень переживаем за тебя. Вот, желаю тебе удачи. Амина, бестизмин Мавтанабас! Мы говорим про тебя! Удачи! Амина Асгатова! Бестизды ультиматы жақсы көреміз! We test you! Біз сізге сенеміз! You are really talent! Біз саған сәттілік тілейміз! Амина, сен суперсің! Біз саған жанкер боламыз! Біз сені жақсы көреміз! Амина, алға! Классно! Это очень приятно, вы просто не представляете, прямо в эмоциях я не ожидала. Она не боится идти вперед и с радостью берется за непростые вокальные партии. Слушаем и смотрим на Амину Асгатову из Казахстана. Yeah.
покорила всех зрителей, жюри в том числе. Понравилось выступать в полуфинале? Очень, конечно. Вы просто не представляете, как я долго готовилась. Я думаю, что видно. Готовились мы очень долго с руководителями, с мамой, преподавателей. Все-все-все мне помогали. И спасибо вам тоже. Я могу просто сказать, девочки, которые представляют нашу казахстанскую эстраду, ждите, скоро придет она, Амина. Она уже готовая, прям звезда. Спасибо. У нее очень абсолютный слух, у нее шикарный голос, как она интонационно, как все просто точки расставляет. Ни к чему придраться. Фирмачка, как у нас говорят, молодец. Я здесь абсолютно соглашусь с Нурланом Абдуллиным, чтобы вот так легко, так уверенно, так расслабленно, это чувствуется, да, произошел этот достаточно сложный в вокальном, в хореографическом смысле номер. Тебе удалось это сделать, я тобой горжусь. Спасибо. С первого появления на проекте Central Asia's Got Talent Амины я влюбилась в эту девочку. У этой девочки необычная харизма, необычная пластика. И хочу, чтобы ты двигалась вот в этом темпе. Не останавливайся ни в коем случае, потому что сегодня ты взорвала сцену. Ты очень красиво, профессионально и спела, и станцевала. Спасибо. Рахмет, Амина! Рахмет. Удачи! Экран нового Galaxy S22 Ultra оживляет картинку, подчеркивая мельчайшие детали с максимальной яркостью. Galaxy S22 Ultra – первый среди сильных. I'm unstoppable today.